Приветствую всех на сайте нашего сервиса. В данном видеоуроке я покажу, как интегрировать наше решение с конструктором Blogspot. Перейдем непосредственно в конструктор. Здесь уже создан аккаунт. Давайте сделаем какой-нибудь тестовый пост. Назовем его тест-пост. И здесь напишем тест-контент. Опубликуем. На следующем этапе нам непосредственно необходимо сгенерировать код, который мы будем интегрировать сюда для клакинга. Итак, для этого нам понадобится, во-первых, хостинг. Для примера возьмем Beget и прицепленный к нему домен. Я нахожусь в корневой директории нашего тестового домена. Теперь можем перейти к генерации самого скрипта. Начнем с offer page, укажем данный URL, адрес скрипта. Вот этот домен мы используем, с файла назовем script.php. Отдельно хочу обратить внимание, что обязательно должен быть HTTPS-сертификат на домене. На Beget он делается там буквально в один клик, на других хостингах система может немножко отличаться. Get-фильтр выставим в RAW, остальные настройки трогать не будем, сгенерируем наш файл. Он называется index9. Перейдем в наш файловый менеджер, загрузить файлы, browse, загрузки. Индекс 9, открыть, загрузить. Так как файл называется индекс 9, мы прописали как скрипт, то давайте его переименуем. Файл мы переименовали. Давайте откроем его в браузере, посмотрим, что там у нас отображается. Вот данная страница. Offer page OK. Здесь настройки геофильтров, панель статистики и непосредственно JS-код, который нужно интегрировать в Blogspot. Единственная особенность заключается в том, что в Blogspot немножко нужно будет его преобразовать, но это буквально одно действие. Скопируем буфер обмена, откроем любой текстовый редактор, вставим сюда наш код, и нам необходимо значок i заменить на iamp. Заменить все. После автозамены копируем этот код и с ним уже идем к нам в Blogspot. Открываем темы. Три точечки, edit html. Идем в секцию после head, вставляем его сюда и сохраняем. И возвращаемся обратно в Blogspot. Единственное, что нужно еще делать, это отключить режим настройки в самом скрипте. Для этого перейдем в файловый менеджер, выберем наш файл скрипт и выставим off в четвертой строке. Сохраним. Теперь давайте проверим. Возвращаемся к нам в Blogspot, нажимаем посмотреть. И как мы видим, после некоторой загрузки нас редиректит на наш offer page. Если мы хотим, чтобы не было редиректа, то в файле скрипта поменяем редирект на iframe. Сохраним. И давайте еще разочек проверим. Как мы видим, теперь мы остаемся на том же URL, но при этом у нас здесь подгружается наш offer page. На этом настройку можно считать законченной. В дальнейшем вы можете как-то кастомизировать ваш white page, чтобы он подходил под правила рекламной сети. И таким образом пользоваться движком Blogger Blogspot. На этом видеоурок наш закончен. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Всем пока.